Привет! Вы на канале Фани Йокшевский терьер, и в своем видео я покажу покупки из магазина Пепко. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. В магазине Пепка купила два набора вешалок мятного цвета. В магазине были вешалки трех цветов. Мятный, желтый и розовый мне больше всего понравились. Мятный, мне вообще этот цвет очень нравится. Это детские вешалки, но они хорошо подходят для фаниной одежды. У меня такие вешалки оранжевого цвета. Когда-то я покупала в Норфе наборы по 5 штук, а сейчас в Пепке эти наборы по 10 и стоят дешево. А на Алиэкспрессе я, кстати, даже видела такие набои по 10 вешалок и стоили что-то около 10 евро. В пепке они стоили всего 2,50. Кстати, на этих вешалках также удобно сушить комбинзончики Фани. Купила вот такую вот коробочку. Когда-то я давно такую коробку покупала в магазине Построила Стоила она около 4 евро. А на этой неделе встречалась с подружкой. Мы заходили в магазин Пепка, и я увидела такую коробочку. Она очень удобная, поэтому я решила себе купить. И в этот раз стоила на всего 2 евро. Потом взяла вот такой вот чехол для детской бутылочки. Стоила на 4 евро. Кстати, в этот чехол... Хорошо влезает Фанина бутылочка. Вот. У нее удобная ручка. Что носить в руке, что прицепить к коляске. Давно подбирала чехол к бутылочке, но ничего не подходило. А вот этот как раз подошел. Очень довольна, что мне наконец удалось купить такой чехол. Для фаниной бутылочки. Хотя у нас бутылочки двух видов, которые мы обычно берем, но вот этой мы пользуемся чаще, поэтому я подбирала чехол именно к этой бутылочке. Также купила Фани вот такие вот цветные волосы, чтобы плести и сделать фотографии для инстаграма. Или я вот думаю, что я эти косички использую на Фанин день рождения. И также купили вот такие вот силиконовые мелкие резиночки. И, кстати, в магазине это было два последних набора. Одни резиночки на картонке в виде цыпленочка такого прикольного, а другие в виде единорожки. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался, ставьте нам лайки. А мы с вами вас очень любим, желаем крепкого здоровья и ждем в нашем следующем видео.